Реально, сейчас было снять тачку максимально тяжело, но мы это сделали. Вот наша тачка. Карина, как тебе? Держи, открывай. Короче, резервировали Toyota Auris, но выпала такая. А, тоже хэтчбэк. Я думал, это этот. Такого. Седан. Вау, какая красивая. Открывать? Ну, по идее... Не знаю, кстати, как открывать. Это камера. О, молодец, как ты умный. Всем привет. Мы сели в арендованную тачку и теперь будем ее распаковывать. Обзор, распаковка тачки. Все продезинфицировано. Так. Закрываем. Вообще внутри очень прикольно. Реально, Toyota молодцы. Очень удобно. Так, что, Карина, заводим? Крести вниз. Сейчас ночью. Уже, короче, хозяин такой. Все гости уже приехали, одни вы остались. Ну, я говорю, что вы, ну, типа, ваш номер это, так, такой-то. Я говорю, вы что, знаете, кто мы? Он говорит, так уже все гости приехали, кроме вас. Конечно, знаю. Короче, вот там вот, а, ну, ничего не видно сейчас. Ну, тут и слева, и справа две огромнейшие скалы. Но номер очень прикольный. Сейчас буду вместе с вами смотреть. Вообще, так классно. Я даже не ожидал, что он такой классный будет. Я уже тут кассе прикупил. Конечно, ты сможешь мне открыть? Ну ладно. Есть устройство? Альфа. Настоящая греческая. Наконец-то дождались утра, чтобы посмотреть на горы. Вот так вот мы проснулись. А в окно вот такая тема. А если выйти, то получается вот так. Вот вообще огромнейшее, что-то невероятное. И там петухи, как у нас, крылкают. Chicken, свинья или... Let's take one chicken and one pork. Всем привет, мы находимся в городе Калампака. Карина, покажи, какие красивые у нас горы. Взяли, как всегда, традиционно греческое пиво уже другой торговой марки. Пойдет. Но самое главное, это гирос. Гирос – это греческая шаурма. Еле нашли заведение. Вкусные вещи. Идем на первый монастырь. Уже подустали чуть-чуть. Но... Смотровой площадки первого монастыря.
разница? Карин. 3 евро. И все. Что, Юнус, непонятно от страха или от усталости? Вон тут монастырь еще очередной. Скалы просто. Супер. Ноги хотели кушать. Зашли сначала, сели в одну кафешку и смотрим, такие у всех, ну, очень много людей сидит, но у всех почему-то только напитки на столах. Думаем, ну мало ли, может, ну, странно, как это, кафе без еды. Сели, реально, меню только напитки, там чай, кофе, водка, пиво и все. Пересели в другое кафе, сейчас заказали традиционную еду, пока она готовится. Я заказал какой-то традиционный алкогольный напиток, но я уже забыл его название. Это анисовая водка, типа того. Сейчас я буду пробовать. По запаху похоже на самбуку, мне кажется. Сейчас. Или на абсент. Сейчас попробую и скажу, вкусно, нет? Ну такое, как водка такая сладенькая, ну, с огурцом. На абсент похоже, но на легенький абсент. Вот, мусака блюдо из баклажанов, а это типа шашлыки на деревянных шпажках, называется сувлаки. А вот греческий салат. Карина уже тут поломала, но принесли вот с таким огромным бруском сыра. А вон горы. Это наш вид из ресторана типа. А вот моя анисовая водочка. Сейчас буду я ее употреблять. Как из этих каламбур они пили такую. Гляньте, какой прикольный этот. Как это называется? Стрит-арт. Как Игорек любит. Так, заходим мы вот сюда. Я у Карины попросил, можно мне 50 грамм? О, а можно прямо здесь заказать? Карин, как ты думаешь, можешь здесь заказать? Ну, типа в окошко. Вот, и мы наконец-то вышли посмотреть на Белую башню. Вон она, Белая башня, Белая башня. Вау, это главная достопримечательность, Салоник. Очень срочно надо к ней приблизиться поближе. А я ему говорю, мне посильнее, пожалуйста, коктейль. Чтобы это не растягивать на 5 коктейлей. Ребята решили устроить баскетбольный батл. Смотрите. Это дети Майкла Джордана, Шакила О'Нила. А я, короче, у чувака, таксиста, спрашиваю, как там с футболом дела обстоят. Он говорит, что все едят вот эту шаурму греческую, забыл название, гирос, бухают, короче, не хотят ничего делать. Поэтому футбола в стране нет. Бля, какая надутая плюшечка. А это... А это что такое, блядь? Это печиво орео, перемолотое на мясорубке. Смотри. А это опять то же самое, но вообще просто шикарно. Шарики непонятные. Но их здесь подают так прикольно, ну, в лаваше.
А я уже заказываю третий коктейль у одного и того же чувака. Там он где-то находится. Да, где-то там. Потому что реально вкусно. Красава, чувак. Классное место. Ну что? А можно мне выпить? Какие-то наггетсы непонятные. Лепёшка из нута. Не лепёшка из нута, это вот эта тема. Ну вот это, посредка из нута. А мясо там будет или нет? Да. Наконец-то мы добрались до Санторини с Баяни. И нашли ресторан. Называется Диверсо. И заказали какой-то блинчик. Огромнейший, размером с Карину. Что там, есть что-то внутри? Ну давай, просто блинчик? А мне вот такое омлетище. А я сейчас вскрою, что здесь. Наверное, мяса там нет. О, еще бутик принесли. Thank you. Приехали в очень интересное место. Называется Амаду Бэй. Судя по тому, что Бэй это залив, это какой-то очень красивый залив. И судя по тому, сколько тачек тут стоит, то место должно быть зачетное. Потому что пока мы не поняли, в чем прикол Санторини, реально такой сумбур какой-то происходит на дорогах. Люди ходят. Перенаселенный остров. Некомфортный для перемещения абсолютно. Не пешком, да. Так, хочу показать немного море. Наконец-то красивое море. Сейчас придем в точку назначения, посмотрим, удивит нас или нет. Вот мы наконец-то добрались до красоты. Это то место, где куча тачек была припаркована. Чем-то напоминает балаклаву. Правда, все сейчас поразъезжались, эти корабли. Сейчас будем собраться вот туда, на самую вершину. Там есть тропа. Вот она. Сейчас пойдем туда. И огромный, очень сильный ветер. Чуваки, чуваки, гляньте, что мы нашли. Знаменитые осьминожки Санторини. Вот они какие. Говорят, что живые. Ой, он нападает, реально нападает. Места не заканчиваются. Знаете, как скалы, как волны бьют на скалы. Петрюганище невероятно. В общем, идем, идем мы, и тут банда ослов припарковалась. Парковка ослов. Надеюсь, они не бьются ногами. Я дальше уже боюсь идти, Карин. Только вместе с тобой. Это парковка ослов. Карина, аккуратно, бо он может лыгнуть. Не смотри на него. Все, я прошел, давай. Что значит, ты не пойдешь? Ну давайте, на видео снимусь, что страховка компенсирует. Короче, я пытался уговорить Карину подняться по этой тропе на остров. А, лошади, может и лошади. Но она не хочет. Поэтому нам приходится идти пешочком. Преодолевать миллиард ступеней. О, ля какой. Это мой друг. Смотри, как он смотрит. В небо поедешь, Кен? Просто продолжи снимать и сказать, что мы так устали сильно. Но решили не насиловать лошадь и идти пешком.
это полезно. Это полезно. А вот эти знаменитые белые домики. Как на открытой, видно? Вон они там. А он кто-то сзади все-таки решил воспользоваться. А следующим такси. Карина сказала, это можно есть. Я так думаю. Плоды кактуса. Типа это спелый. Ну, наешь. Его надо разрезать, и там внутри... И сварить. Вот, огромнейшая плантация кактусов. Вон они аж сверху начинаются. Карин, ну бери пакет, пособираем. Что там у нас? Сейчас. Только что осваивали волны. Реально тяжело было. Реально. О, сейчас. Пойду и вам покажу поближе. Короче, Карина сказала, не иди туда, там валуны в воде. Я говорю, какие валуны? Короче, плаваю, все в порядке. А потом реально ногами щупаю валун. А представьте, вот такая волна меня там начала засасывать. Так что я оттуда убежал быстро. Но песок, по ощущениям, настолько мелкая фракция, мельчайшая, просто это... Самый нежнейший песок, по которому я ходил. Хоть он такой черный, но он очень мягкий. Как ковер какой-то, я не знаю. Ну, максимально мягкий. Привет, привет, привет. Мы стоим в очереди в ресторан. Наконец-то я мечтал попробовать, что такое стоять в очереди в ресторан. Мы просто в Греции и до сих пор не попробовали никаких морепродуктов. Одну шаурму едим. Ребята, короче, нас постигла неудача. Тот ресторан, в который мы хотели зайти и выстоять в честную очередь, он сказал, что, короче, через полтора часа друг приходил. И мы зашли в ресторан напротив, и там остался последний столик. Знаете, в каком месте мы сидим? Вот за что эти, блин, Санторини гребут деньги. За то, что типа за то, что сзади белые домики, понятно? Ура, нам принесли эти чудо морепродукты. Mussels, shrimps и каламари. И Карина наконец-то покушает вкусом морепродуктом. А то пахнет, но больше всего пахнет креветки. Да, мы едим постоянно шаурму одну, как в Днепре, на Тополе там, помнишь, у нас есть? Ну, наверное, сейчас, с чего начать, я даже не знаю, с этого? Ну, вот эти кальмары больше всего пахнут. Вечерний Санторини, мы наелись морепродуктов и гуляем по... кварталом местным. Движуха тут не прекращается, гляньте. Виды. Тут так не принято. Карина сказала вести себя скромнее. А где Карина делает? О! Блинчиками пахнет. Вон блинчики готовят. Короче, смотрите на него, на глаза на него. Как это такое происходит? Как он это делает? Ля. Вот дает. Сегодня второй день на Санторини. Полдня занимались организационными вопросами с возвратом машины и так далее. Покатались на общественном транспорте за евро 60 билетик. 4 километра. Но ничего. Вот вышли на очень красивое живописное место.
Вон кораблик. Острова. Там город виднеется красивый. Завораживает, да? По островам, по вулканам. И в конце будет, типа, встречаем закат на корабле. Сейчас первая точка, какая-то вулканическая порода сзади нас. Сейчас мы пришвартуемся на берег, будем гулять по вулкану. Вот, видно каменюки? Ой! Идем прямо по вулкану. Нас на корабле привезли на вулкан, который взорвался относительно недавно. Сейчас мы поднимаемся, вроде как кратер будет настоящий. Там вдалеке Санторини видно на горе. Но вот это вот поражает меня, как горы чернозема какого-то. И кажется, что он мягкий. Но он не мягкий, я же пробовал. Короче, мы все неправильно рассказывали. Здесь раньше вообще ничего не было, но благодаря тому, что под вулкана, да, вулкан создал и правильно, получился остров такой. Мы забрались на его вершину. Чувак откопал чуть-чуть, вот так вот начал копать землю камнем, тут гиды ходят, и достал камешки, они реально горячие, 55 градусов. У нас все хорошо, наш тур подходит к концу, мы идем встречать закат. Карин, можно так говорить, встречать закат? Можно говорить, встречать рассвет, а мы идем встречать закат, ну ладно. Волны разбушевались, реально. Потом ребята на носу сидят в ожидании. Сейчас море покажем. Ух! Шатает хорошо. У чуваку одному херово стало, что морская болезнь. Такие романтичные песни играют. Тебя сфоткать? Прям сейчас резко? Сейчас. Подожди, у меня видео очень важное идет. Ну, я гору показываю. Вау! Глазами это по-другому, чем в селфи-варианте. Блин, красотища неописуема просто. С моря вот так вот тебя катают, и ты смотришь на эти скалы, и просто у тебя мурашки по коже. Музычка такая еще французская. Хочется в пляс пуститься. Карина уже 3 часа ждет в горячей точке мою шаурму. Вот такую. Короче, посидели в ресторане, не наелись ничего, как обычно. Решили заказать шаурму. Точка популярна. Сначала я должен заплатить в кассе, выстоять очередь, а потом выстоять в очередь, чтобы забрать. Так, учимся навыкам. Рецептуре. Нормально так работает, чувак. Знаю свое дело. Мы наконец добрались до столицы Греции, Афин, и гуляем по площади центральной. Называется Синтагма. Вот смотрите, там вояки какие-то. Как в этой, в Англии. Надеюсь, снимать их можно. Мы в
восхождение на Акрополь. И услышали завораживающую музыку. Пока еще Акрополя не видно. Наконец-то забрались, или почти забрались, на легендарный Акрополь. Вот он за нашей спиной. А еще прикольно смотрится вид на город вот там. Все Афины как на ладони. Сейчас пойдем на верхнюю точку смотреть, как там греки древние обитали. Правда, весь в лесах. А вон эти девочки, которые держат что-то там, держат здание. Тоже очень известные.